Вот эту часть, середину потресканную, ее надо вырезать, чтобы это сделать. Вырезать и выбросить. Настроим пилу и начнем вырезать. Все бы ничего, в принципе, у нас уже как бы доска готова, но дело в том, что она у нас вот так вот, то есть вот так вот, слишком ломкая, нам ее надо укрепить, поэтому возьмем вот такую вот планочку и засандалим ее вот так по диагонали. Она укрепит полностью у нас всю конструкцию, и она уже не будет разваливаться по черте. И прижмем струбцинами, чтобы он у нас не сдвинулся. Все это дело прижали. Выставляем глубину фрезера на глубину вот этой вот палочки. Палочка тоже 10 миллиметров, просто для того, чтобы у нас легко все это было вымерить, не надо было проходить
несколько раз. Так, здесь у нас сколько это? 18 миллиметров. Ну, это пройдем за два раза, чтобы у нас сильно не нагружать фрезер. Фрезер слабенький у меня, дешевый. Чтобы его сильно не нагружать, будем проходить за два, может даже за три раза. Выставляем глубину. Так, сейчас у нас 20, я думаю, миллиметров 5 сначала выставим. Потом еще 5, потом еще 5. И немножечко оставим сверху, чтобы уже потом зашлифовать. Поехали. Так, ну все, паз мы пропилили. Паз довольно-таки хорошо получился. В этот паз у нас будет вставляться наша планочка. То есть бам, бам. Все довольно-таки плотно. Осталось только для дела все посадить на клей. И она удержит уже вот от этого смещения всю нашу доску. Наносим клей. Был бы рейсмус, все бы это проходило гораздо быстрее. Ну чего-чего, до рейсмуса нам как до Китая. Так, дальше нам надо сделать ручку для того, чтобы ее вешать на гвоздик, сверло форстнера, во. И просверлим дырку одну здесь и одну вот здесь под углом, чтобы у нас такая прошла. Обязательно внизу доску, для того, чтобы когда при выходе не выломала доску. Ну и все, после того, как мы прошли контуры, сейчас финальная шлифовка мелким зерном. Это у нас зерно, сколько? 350.
Все, самое время пропитать маслом. Самое обычное кухонное масло. Льняное масло сильно дорогое, чтобы его использовать. Вот такое вот простое столярное изделие у нас получилось. Обычная кухонная доска сегментного изделия. По мне так очень хорошо получилось. Гладенько, без всяких модификаций, крутых приспособлений. Все можно сделать буквально на коленке. Ну что, кому понравилось такое видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Где-нибудь вот здесь вот будет новое видео, вот здесь старое видео, а вон там подписочка. Все, всем пока, удачи и два туза в раздаче. Всем пока!